Смартфон BlackView F5500 предлагает защиту IP69 и якобы емкостью 4400 мАч. Мобильных устройств с экстремальной, для потребительских решений, разумеется, степенью защиты IP69 представлено уже немало, но, наверное, в BlackView решили, что еще одно точно не помешает, результатом чего стал анонс модели BlackView F5500. Этот смартфон своей тыльной панелью чем-то напоминает игровую модель Xiaomi Black Shark, хотя в идейном плане ничего общего между ними нет. BlackView F5500 – типичный защищенный смартфон с аккумуляторной батареей повышенной емкости. Аппарат также отвечает требованиям американского военного стандарта MIL STT-810G. Характеристики устройства пока приводятся отрывочно. Так, известно, что аппарат получил экран IPS диагональю 5,5 дюйма разрешением HD+, защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass 3, с двойную основную камеру с датчиками разрешением 13 мп, АКБ емкостью 4400 мАч и iOS Android 8,1 из коробки. Следует думать, что остальные характеристики, как и стоимость модели, будут объявлены ближе к старту продаж.